Спектакль «Рамлила» в Институте театрального искусства имени Ершова создали за 2 месяца в память о выдающемся актере и своем наставнике Геннадии Печникове. Артисты возродили легендарную «Ромаину», спектакль, который шел в Рамте более 40 лет назад. В нем Геннадий Печников сыграл главную роль и обрел популярность в Индии как русский Рама. Новую постановку поддержали в посольстве Индии в России. С молодыми актерами встретился глава дипломатического представительства Венкатеш Варма. «Мы чтим память Геннадия Печникова, и вы продолжаете его дело. Как вы знаете, «Ромаина» — это один из самых длинных и глубоких эпосов мира. В этой книге вы найдете духовные уроки и уроки практические, которые были актуальны тысячи лет назад и актуальны сегодня. Своим спектаклем вы вносите вклад в укрепление связей между Индией и Россией». Труппу пригласили на гастроли в Индию. Удивительное совпадение. Премьера спектакля «Рамлила» состоялась в городе Айодхе, на родине Рамы, в рамках праздника Дипутсава, который посвящен победному возвращению Рамы домой. Это эпос, древнейший эпос, который связывает, показывает семейные ценности, духовные ценности. Ни в коем случае мы не пропагандируем религию. Это просто мы показываем нашу традицию. В Москве показ «Рамлилы» устроили в посольстве Индии после того, как труппа вернулась с гастролей. Алиса Климентович, Сергей Новиков и Гордей Аверьянов. Новости Большой Азии.